Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня снова приехал в район Махмудлар. Нашел здесь двухкомнатную квартиру, обставленную по очень хорошей цене. Около моря. 200 метров максимум до моря, до воды, пляжа Махмудлар. Проект находится в конце Махмудлара, в начале Каркаджака. Рядом есть вся инфраструктура, маркеты, строительные магазины и тому подобное. Рестораны, салоны красоты, и все есть, короче. Быстренько сниму инфраструктуру. Проект 5 лет, был сдан в 2016 году, присутствует бассейн, есть душевая часть. Здесь у нас участок такой маленький, там открытая парковка, вместимость 3-4 машины. Быстренько пройдемся по проекту. Вот такое здание. Маленький ухоженный сад. Там вход в открытую парковку, также можно припарковаться у здания. Цветочек. Такая вот открытая парковка. Вот это наша квартира, застекленная. Находится на первом этаже по турецким меркам, второй этаж по российским меркам. Спустимся вниз. Лифт присутствует в этой стороне у нас. Вот такой лифт, вместимый 4-5 человек. И на нижнем этаже у нас фитнес, сауна, душевая кабина и санузлы. Оборудование, мне сказали, обновят, так как они немножко постарели. Не знаю когда. Айдат здесь 120 лир. Вот наша сауна. Вот такая сауна. Закрой. И здесь душевые кабинки, санузел. Это наша лестница мраморная. На этаже у нас 5 квартир. Две квартиры там, одна здесь, одна тут, и наша квартира, которую я буду снимать. Надо разуваться. Так, жарко. Вот такая прихожая тут. С левой стороны у нас вот такой санузел. Интересно, мойка. Так, душевая кабинка. Проточный водонагреватель фирмы Siemens. Квадратный метр здесь 65, с балконом где-то 68. Здесь у нас спальня. Вот такая спальня. Не маленькая, где-то 11-12 квадратных метров. Кондиционер фирмы БК. И это наша гостиная комната, совмещенная с кухней. Для тех, кто ищет недвижимость в Турции, около моря, вот та квартира, которая подойдет под ваши критерии. Бытовая техника Vestel, холодильник, плитка Beko, посудомойка Altus, вытяжка Beko, стиральная машинка фирмы Vestel. Также есть микроволновка. Столешница у нас мрамор.
вот вид отсюда есть на бассейн и на море. Чуток моря вот оттуда видно. После вот этого здания улица там Барбаросса и море. Так, еще раз отсниму. И выйду на балкон. Вот такой балкон застекленный. Вот наша улица Барбаросса, и там море. Отсюда я вижу море, надеюсь, вы тоже видите. Так вот, хочу подвести итог о этой квартире. Проект был сдан в 2016 году. Из инфраструктуры присутствует бассейн, маленький ухоженный сад и маленькая открытая парковка. Также вы можете оставлять машину снаружи проекта. Квартира находится на первом этаже по турецким меркам, на втором этаже как по российским. Продается она обставленная, как вы видели. Квадратный метр здесь 68 с балконом. Цена этой квартиры 55 тысяч евро у моря. С вами был Агасей из Солнечной Алании. Всем пока-пока.